Здравствуйте, папочка. Как спалось? Здравствуй. Спасибо. Вы умываетесь, а я пока ваш завтрак приготовлю. Хорошо, доченька. Сейчас спущусь. До последнего вздоха. Вы сегодня расцвели, как принцесса. Моя принцесса. Ваша карета подана. Прошу. Послушайте меня. Не сбивайтесь с пути. Тащите свою карету. Ее не надо тащить. У нее 4 колеса, и она сама ездит. А если она сама ездит, тогда сядьте в нее. Азизахон, я бы с удовольствием так поступил, но нет возможности. Почему же? Потому что, во-первых, вы поздно вышли, мы опаздываем на урок. А вы помните урок какого преподавателя? Поэтому поторопитесь. Прошу. Последний раз. И с условием, что вы больше не приедете ко мне в Махалю. Так точно, Азизахон. Тупая голова. Сейчас. Один момент. Вы хоть завтракали с утра? Нет, проснулся, а дома яйца закончились. Я очень обиделся на свою курочку. Мы не можем сегодня сбежать занятий, верно? Верно. Поэтому надо обязательно поговорить с преподавателем. Да, обязательно поговорим. Ладно. Главное, чтобы он согласился. Как-нибудь справимся. Посмотрим, что будет. А мы? Куда идем вообще? Домой. Куда же еще? Разве не в кино? Нет. Мне надо домой. Ну не отказывай. Давай сходим, Азиза. Мы рано освободились. Абсолютно верно. Сегодня рано освободились. Завтра сходим? Нет. Ну ладно. Хотя бы проводить можно? Не стоит беспокоиться. Мы сами наберемся. Сегодня ваш папа будет дома? А что? Как бы мой отец сегодня хотел пойти. Опять за старое? А что такого? Мне еще рано выходить замуж. Мне тоже. Для вашего сведения, девушка, Ромео, когда хотел жениться на Джульетте, был 16 лет. Вот именно от того, что они были слишком молоды, они умерли раньше времени. Для вашего сведения. Но сейчас 21 век. И потом наши отцы не враги друг другу, как Монтекки и Капулетти. Вы им говорили о моей болезни? Как она похожа на свою мать. Я Бахтияр, который боролся за свою любимую. Бахтияр, который женился на своей Салихе против воли родителей. Если б я знал, что моей Салихе нельзя рожать.
Если бы я знал цену родительского благословения. Мы думали, они нас простят, когда у нас появится ребенок. Они и простили нас. И взяли ребенка под свое крыло. Но моя Салиха не увидела этого. Здравствуйте, отец. Отец, мы пришли. Как пришел, так и уходи. Я тебе говорил, у меня нет такого сына, как ты. Не говорите так, отец. Вы теперь дедушка. У вас есть внук. Сыночек, пожалуйста, простите нас. Мы сглупили по молодости. Нам тяжело жить без вашего благословения, отец. Благословите нас. Благословение. Где ты был, когда женился без моего согласия? Почему тогда не спросил благословения, а теперь явился, потому что дела не идут, и тебе тяжело? Отец, не говорите так, побойтесь Бога. Это же наши дети. Ведь если отец доволен, тогда Господь доволен. Я не для этого ребенка растил. Я не растил его для того, чтобы он плюнул мне в лицо и опозорил меня перед людьми. Отец, прошу, простите меня. Оставь, прошу. Бог в помощь, Бахтияр-джан. Здравствуйте. Здравствуй. Бахтияр-джан, все в порядке? Да так. Дела семейные. Дела семейные. У вас один единственный сын. У него ребенок родился. Нехорошо. Еще все наладится. А это время покажет. Хаджаки, пройдемте. Ваш сын неплохой парень. Папочка, здравствуйте. Как добрались? Садись, доченька. Здравствуй. Как ты сама? Все в порядке. Вы где-то витаете? Кажется, немного устал. Ну-ка. Быстро кушать. Я же ел. Зря хлопотала, доченька. Я сегодня специально ваше любимое блюдо приготовила. Если будете так делать, больше не буду готовить. Хорошо, съем пару ложек. И твоя покойная мама была такой же упрямой. Кормила меня по самое не хочу. Очень вкусно. Как и договаривались, Азиза получила еще один курс лечения. И каким бы тяжким ни было ее состояние, я должен сказать тебе правду. Сердце твоей дочери сильно истощено. Оно не справляется с обеспечением организма кровью, поэтому ей требуется пересадка. Сначала Салиха. Теперь Азиза. Неужели
Снова. Друг мой, если твоя жена умерла от этой болезни, это не значит, что то же самое ждет твою дочь. Ты не переживай. С тех пор, как скончалась твоя жена, кардиохирургия ушла далеко вперед. Ты прекрасно знаешь, что я сам несколько лет практиковался в кардиоклиниках Германии, верно? У нас операции по пересадке сердца еще не было. Но до каких пор? Мы не должны забывать, кем были наши предки. В конце концов, ведь именно Ибн Сина заложил основы медицины. Неужели весь мир будет пользоваться его достижениями, а мы будем сидеть, раскрыв рот? У нас нет права сидеть и ждать того момента, пока у нас хватит смелости делать подобные операции. Поэтому я смогу смело сказать, что я спасу твою дочь. Только для операции нужно донорское сердце. Где можно достать это донорское сердце? Я найду. Сколько бы оно ни стоило. Друг мой, этот вопрос нельзя решить только деньгами. По всему миру более 4000 больных ждут донорские сердца. Плюс ко всему, у твоей дочери очень редкая группа крови. Мы не можем не ждать. Наша надежда только на Господа. Хорошо. Я буду ждать. Хоть год, хоть 10. Сколько нужно буду ждать? Только лишь бы моя дочь была здорова. К сожалению, долго ждать мы не можем. Сердце может не выдержать. Тогда говори, скажи, что делать. У меня много знакомых. Есть кое-какие сбережения. Сколько бы ни потребовалось. Только спасем мою дочь. Только если кто-то здоровый, с такой же группой кровью, скончается от несчастного случая, только тогда мы сможем воспользоваться его сердцем. Посуди сам. Кто в добром здравии сам согласится отдать свое сердце? Плюс к этому должна совпадать группа крови. Но будь готов. Операция очень непредсказуемая и дорогая. Сколько мне приготовить? Друг мой, это зависит от того, как пройдет операция и какие препараты потребуются после. Если будут новости из-за границы, тогда придется платить валютой. Сейдбай. Заходи, пропащий человек. Ты куда пропал, друг мой? Ты же знаешь. Если дело не появится, не приду. Ты, как всегда, найдешь, что сказать. Ну-ка, идем внутрь. Хорошо. Ну, друг мой, присаживайся. Куда пропал? Дочь много болеет. В этом году уже 3 раза в больнице лежала. Плюс работа. Доктор за доктором. Даже в себя прийти времени не было. А сейчас как она? Надеюсь, лучше? Не очень. Хаким сказал, что нужна операция. Нужна пересадка сердца. Так это же очень дорогая операция. Где возьмешь деньги? Я к тебе пришел именно по этому вопросу. Но у меня нет таких денег. Не бойся. Я пришел не денег просить. Мне совет твой нужен. Хочу дом продать. Если не хватит, и машину продам. Ты дурак? Ты же на улице останешься. Мне все равно. Главное, чтобы дочь была здорова. Чтоб после меня хоть кто-то остался.
Дело тонкое. И за сколько уйдет, говорят? Сказали, за 200 уйдет. Когда оценивали в начале года. За столько вряд ли. Сейчас цены упали. И потом, тебе деньги когда нужны? Уже на днях. Операцию нужно делать срочно. И еще, нужно найти донорское сердце. Поэтому голова идет кругом. Вот видишь, кто ж даст тебе такие деньги, когда у тебя столько проблем? Сейчас время, когда брат брату не поможет. Сам видишь, единственный вариант – это продать кому-нибудь из близких. К тому же тебе нужны наличные. Поэтому я к тебе пришел. Может, у тебя есть кто-нибудь из знакомых или родственников, кто дом себе подыскивает? Салима? Лаббей! Слушаю. Братишка твой дом хотел купить? Да, хотел. Братишка жены хотел дом купить. Бахтиракя хочет дом продать. Деньги ему нужны. Он вроде как 150 тысяч... Говорил, да? Да, 150. 150 есть. И еще говорил, если вдруг не хватит, взять подставить плечо, папочка. Да откуда же у меня деньги? Я же копейку к копейке тебе все приношу. Ты же прекрасно знаешь, сколько у меня. Но я подумала, может, припрятали где, папочка? Другу же не пожалеете? Иди делом займись. Ты видел? Жена на шею мне залезла. Ты хорошенько подумай. Если найдешь человека, который даст больше, продавай. Или я скажу брату жены, и он будет ждать. Хорошо. Что-нибудь да придумаем. Ладно, я пойду. Ну, друг мой, мы в стране не останемся. Поможем всем, чем сможем. Ладно, Бахтияр, будут новости, скажешь. Хорошо. Папочка, вы что, правда хотите купить дом своего друга моему братишке? У тебя башка работает вообще? У твоего братишки в кармане ни гроша. Кто же даст ему такой дом? Если мы продадим этот дом, нам сверху 50 тысяч останется. 50 тысяч. Ты включи свою голову. Об этом я и не подумала. Хорошо, папочка, хорошо. Иди. Завари мне чай. Попьем немного. Хорошо, папочка, сейчас. Здравствуйте, папочка. Здравствуй, доченька. Как добрались? Спасибо, доченька. Как ты сама? Приготовила мостовую? Здорово. Пока вы переоденетесь и умоетесь, я накрою. Будет сделано, доченька. Скоро выйду. Özüm açamak kızım. Я сам открою, дочка. Келин мехман. Кан. П-
Проходите, будьте гостем. Аллах Акбар. Дай Бог нам мира и спокойствия. Мое имя Гафурджан. Мой сын — сокурсник вашей дочери. Я пришел к вам по очень тонкому делу. Добро пожаловать. По-хорошему, надеюсь. Здравствуйте. Здравствуй. Конечно, по-хорошему. Упаси Господь нас от плохого. Вы же знаете наших женщин. Быстро жените сына. Заладила. Уже не знаю, куда голову спрятать, чтобы не слышать ее. Стал потихоньку наводить справки и узнал, что молодые нравятся друг другу. Поэтому жена, не оставляя меня в покое, сказала, что у девочки нет матери. Поэтому идите поговорите с отцом. Да. Когда она родилась, ее мать умерла. У нее был врожденный порок сердца. Простите, не хотел вас ранить. Я передал вам слова жены слово в слово. Ничего страшного. Язык без костей. Иногда он не подчиняется разуму. Вы же знаете, женщин. Не судите строго. Я немного жестко выразился. Ну-ка, пейте чай. Дом девушки — это рынок. За то, что пришли, спасибо. Только дочь свою я, наверное, не отдам за вашего сына. У меня пока нет желания выдавать дочь замуж. Но не сейчас, так потом. В конце концов, если это судьба, мы и подождать можем. Все дело в том, это не судьба. Ваш сын разве не сказал вам, что моя дочь больна? У нее, как у матери, порок сердца. И рожать ей нельзя. Это называется торговля жизнью, брат. Не расстраивайтесь. Может случиться, что Господь вылечит вашу дочь. Если суждено, сыграем свадьбу. Не суждено, будет другая. Я посоветуюсь с домашними. С вашего позволения. Шарманда кылдыңку. Канака боласан өзі. Келіп-келіп мені бір награн қызныке юбарасанмы? Опозорил меня. Что ты за сын? Отправил меня в дом инвалидки. Что ты сделал? Хотел учиться? Я тебя засунул. Машину хотел. Я тебе купил новую. Тебе крышу снесло, и ты новую прихоть выдумал. Отец, все в порядке? Что случилось? Когда ты сказала, что у нее нет матери, сердце мое почуяло неладное. Плюс к этому, у его дочери еще врожденный порок сердца, и мать от того же умерла. И этот дурак, зная это, отправил меня к ним. Все равно, что пинать мертвого. Окатил меня ледяной водой, отправив туда. Ты знала об этом? Нет, о смерти матери я знала, об остальном нет. Отец, но я у соседей узнавала. Они сказали, что очень хорошая девушка. Отец, сейчас медицина очень развита. Если девушка больна, это же не значит, что она умрет. 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 И даже если не умрет, проживет всю жизнь без детей. Ты неблагодарный. Ты что, хочешь прервать мой род? Разговор окончен. Отец, с этого самого дня выкинь эту девочку из своей головы.
Dada, endi ancha qachon qaytib kelmaydilarmi? Yo'q. Papa, a mama больше никогда не вернётся. Oying uzoq-uzoqlarga ketgan qizim. Нет. Мама улетела далеко-далеко, доченька. А куда? Куда она хузурия? Куда ети? Менге и яшкурянчам делама. Ой, мы кайта. Во владение Господа. Скажите Господу, я ему отдам свою любимую игрушку, только пусть вернет мою маму. Мен кечир, кызым. Сен ештіп қолшейін, умуман ойламай гапыр бордым. Прости меня, доченька. Нима кылай? Я не думал, что ты услышишь все это. Битта фарзандым сан. Что мне было делать? У меня самого сердце сжимается. Ты мой единственный ребенок. Бошка айолге кунгул кой олмадым. Бугин... После твоей мамы мне ни одна женщина не нравится. Я сегодня разговаривал с дядей Хакимом. Он сказал, что тебе нужна операция. Даст Бог, все будет как не бывало. И вот тогда можно будет подумать о замужестве. А пока такие вещи неуместны. Папа, я все понимаю. Я об этом даже не думала. И потом, как я вас одного оставлю? Зачем ты так говоришь, доченька? В один прекрасный день все должны построить семью, оставив после себя наследников. Нет. Я не оставлю вас. Доченька моя, все будет хорошо. Вот увидишь. Спасибо, хорошо. Завтра первая пара – архитектура. Ты подготовила задание? Нет, я не сделала чертежи. Сегодня домой. Хорошо. Пораньше уйду. Мадина, как вы? Спасибо, хорошо, как вы. Вы Азизу не видели? Она шла в ту сторону. Кажется, на набережную Анхора. Спасибо. Будьте здоровы. Подруга. Да, Азизу спрашивали. Даже если я выйду, я буду полуживой. Смогу ли я служить вашим родителям? Плюс ко всему, мне нельзя рожать. Ладно. Я готов ко всему, что мне судьба уготовила. В конце концов, любовь ведь не вещь, которую можно купить на рынке. Ее Аллах вкладывает нам в души. Прошу вас, Музафараке, не мучайте меня такими разговорами. Мне и так... Не теряйте надежды. Я всегда буду рядом с вами. Еще увидите. Придет день, когда наши маленькие дети будут играть рядом, а мы будем смеяться, вспоминая эти дни. А если сейчас, волею судьбы, мы разойдемся в разные стороны, и наступит день, когда все наладится, не будет ничего хуже сожаления от того, что мы так поступили.
Kuray. Assalamu alaikum. Mumkin mi? Keling, keling. Входите. Здравствуйте. Можно? Входите. Мен Азиза Собитовна курсташи болеман. Исмы Музаффар. Я сокурсник Азизы Сабитовой. Мое имя Музаффар. Операция кларкен сдеби штик. Так. Чем могу служить? Мы слышали, что вы будете оперировать Азизу. Поэтому сокурсники, собравшись, отправили меня. Поручили мне узнать, нужно ли что-нибудь, помощь какая. Спасибо вашему отцу. Дай бог, все будет хорошо. Только отцу Азизы будет очень тяжело. У него, кроме нее, никого нет. Сколько может уйти? Об этом вы лучше с ее отцом говорите. Я не могу сказать что-то конкретно. Понятно. А когда примерно будет операция? Заранее трудно что-то сказать. Это зависит от того, когда появится донорское сердце. Может завтра, может через месяц. Или два. Я не могу точно сказать. Спасибо. Будьте здоровы. Yaxshi aka, uyingiz did bilan qurilgan ekan. Menga yoqdi. Ha, yaxshi niyatlar bilan qurilgan. Хорошо, брат. Дом построен основательно, мне понравился. Да. Я его строил с хорошими надеждами. Жизнь такова. Не все надежды оправдываются. Самое главное здоровье детей. Nima deysiz? Qanchalikka ketarkin? Верно говорите. Но что скажете? За сколько уйдет? Сейчас точно не могу сказать. Домов на продажу много. Мало кто наличкой расплачивается. Но сделаем все, что в наших силах. Было бы хорошо. Вы не отчаивайтесь. Даст Бог, все будет хорошо. Спасибо. Ладно, брат. Ладно. Будьте здоровы. Mayli aka. Katta rahmat sizga. Rozi bo'ling, yaxshiliklaringizga ishlating. Mingdan-ming roziman. Yaxshi kunlarga mening. Ладно, брат, спасибо вам большое. Будьте здоровы. Тратьте на хорошее. Тысячу раз рад. Спасибо вам. Он тем бір жоғы топланмастан сал тарқалып ойнайды. Бұнақа ойын болады. Не кучкуйтесь. Рассредоточьтесь. Кто ж так играет? Бейте по тем воротам. Молодцы. Шавкат, бей правильно. Здравствуйте, как ты? Это твой тренер? Да. Позови его на минутку. Сейчас позову. Абдурахим, бей правильно. Вторая группа, готовьтесь к игре. Тренер, вас зовут. Вон тот человек. Играйте там. Здравствуйте. Как вы? Здравствуйте. Я сокурсник Азиза. Меня зовут Музаффар. Мы слышали, что Азизе будут делать операцию.
Поэтому, посоветовавшись с сокурсниками, мы собрали немного денег. Спасибо. Вы подняли мне настроение. Но я не могу взять эти деньги. Поблагодарите сокурсников. Все в порядке. Нет. Мы же от души. Потратьте на свадьбу, если будете жениться. Передайте привет отцу. Бегите отсюда, все. Все. Ну-ка, собрались все? Подходите. Я пришел по тому же вопросу. Операция может потребоваться внезапно. Поэтому деньги нужны срочно. Ты дом хоть оценил? Оценил. Цена та же. Говорят, 200. Но никто не платит наличными. Да, сейчас так. Я хотел тебе помочь, но, к сожалению, у меня нет денег на руках. Если ты согласен на то предложение, брат жены вчера деньги оставил. Скажу жене, и она сразу вынесет. Есть возможность хоть немного добавить. Еще 50 тысяч не хватает. Я же сказал, дружище, это все, что есть. Я вообще себе слово дал не связываться с родственниками жены. Завтра, в любом случае, попрекать начнут. Я вмешался только потому, что ты мой друг. Ладно, и на этом спасибо. Пусть несет. Я согласен. Жена. Слушай, отец. Вынеси вчерашние деньги, которые братишка оставил. Да, те. И бумагу с ручкой неси. Бахтиюраке деньги потребовались. Будет сделано сейчас. Друг, к тебе вопросов нет. Но братишка жены сказал, что за деньги я отвечаю. Я-то тебе верю. Что поделать? Родственнички жены. Напишешь маленькую расписку и все. Хорошо, ладно. Сделаю, как скажешь. Только не принимай близко к сердцу. Если бы я себе брал, мне и нотариус не нужен. Это все братишка ее. Все нормально, друг. Ты и так мне большую услугу оказываешь. Ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Моширеничкер ёбкармисам. Сатурда. Здравствуйте. Здравствуй. Да дай на сурадень. Машину не поставишь вовнутрь? Я ее продал. Чего? Ты у отца спросил? Он же меня убьет. Что за самовольство? Ты хотя бы со мной мог посоветоваться. Не переживайте. Я новую куплю. Новую купишь? Да. Новая прямо стоит и ждет тебя. Мама, не начинайте. Отец сколько бегал, чтобы купить ее, тоже мне. Алло. Своевольный. Вы посмотрите, что наделал. Да, Хаким, как ты? Деньги приготовил. Завтра с утра приедем вместе с Азизой. Что? Сейчас? Азиза, тайоргарлигини кур. Хорошо. Прямо сейчас приедем. Азиза, готовься. Ты ложишься в больницу. Ёш бір қыз автохалакетке ұшыраған. Миясы шикастланған. Хазір реанимацияда. Лекин юраги донор. Молодая девочка попала в аварию. У нее повреждение мозга.
Сейчас она в реанимации, но ее сердце подходит по донорским параметрам. Я сам проверил. Приехал ее отец. Нейрохирурги сказали ему, что ее мозг находится в состоянии клинической смерти. Но сердце у нее сильное. Но он стал только кричать. Он не понимает. Не хочет понимать. Послушай, может, ты сможешь его убедить? Давай попробуем. Ну, пошли. Ассаламу алейкум. Валейкум. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Бош илеге огыр мусибат. Здравствуйте. Здравствуйте. Сабр берсин. Рахмат. Большая беда на вас свалилась. Еще не кем хандук кыламыз. Дай Аллах вам терпения. Спасибо. Фалокет. Судьба. Мы должны подчиниться. Что мы можем сделать? Мир перевернулся под ногами. Нашего друга зовут Бахтияр. Это тот человек, про которого я вам говорил. Прошу вас. Не ковыряйте мне сердце. Оно и так разбито. Умоляю вас, пусть сердце моей дочери останется на месте. Я никому не позволю к ней пальцем прикоснуться. На ней, моей бедняжке, и так живого места не осталось. Майли, Бирма, Сейзам. Рахимаке. Хорошо. Даже если не дадите, выслушайте меня хотя бы. Умоляю вас. У меня тоже молодая дочь стоит на пороге смерти. Утопающий хватается даже за соломинку. Если не найдется донорское сердце, я потеряю свою доченьку. Прошу вас, подумайте еще раз. Не лишайте меня единственного ребенка. Давайте сохраним хотя бы одну жизнь. За границей одно донорское сердце стоит огромных денег в долларах. И то, если найдется. Сколько вы не скажете, я дам. Только прошу вас, спасите мою дочь. Ты что? Хочешь сказать, чтобы я продал тебе смерть моей дочери? Нет, вы меня неправильно поняли. Вы можете сейчас спасти не только одну жизнь, но также спасти сердце вашей дочери. Вы только представьте себе, сердце вашей дочери, пусть даже в другом теле, будет биться, будет давать жизнь, будет жизнь в конце концов. Остановись. Вы не учите меня. Что мне делать, я сам прекрасно знаю. Лучше скажите своим людям. Пусть отдадут мне дочь. Я заберу ее домой. Идем, жена. Но... Аллах. Мало того, что я потерял дочь, из меня еще пытаются сделать отца, который наживается на смерти дочери. Нет. У меня голова кружится. Держись. Смотрите. Отец. Она чем-то похожа на нашу дочь. Возможно, она тоже нуждается в чьей-то помощи. Если бы и нашей дочери кто-нибудь помог, может, она осталась бы жива. К сожалению, это невозможно.
Да. Но мы можем помочь ребенку того человека. Чем потерять все? Мы же можем оставить и чувствовать, как бьется сердце нашей дочери. Кайфиятин чурма, достом. Мана курасан. Албатта донор юреги топлада. Не падай духом, друг. Вот увидишь. Еще найдется донорское сердце. Все будет хорошо. Думая только о своем ребенке, я, кажется, совершил большой грех. С того самого дня у меня одна мысль в голове. Поскорее бы нашлось донорское сердце. Да. Если бы я хоть раз почувствовал, что кто-то должен потерять для этого близкого ему человека, а я думал только о себе. Ты мыслишь неверно, друг мой. Это закон природы. Чья-то кончина порождает чью-то жизнь. Это не нам с тобой решать. Майля. Мен Розуман. Хорошо. Я согласен. Возьмите сердце моей дочки. Но у меня есть одно условие. Я тоже буду называть вашего ребенка дочерью. Салом, Азиза. Жерда ми дейс? Яхши ми сиз? Привет, Азиза. Вы были здесь? Как вы? Эртеге операция. Да. Лучше не бывает. Простите, я задал неуместный вопрос. Завтра операция. Я позвоню завтра и спрошу, как ваши дела. А вы, улыбаясь, скажете, что хорошо. И потом я буду счастлив до ушей. Если я не умру, как можно быть такой пессимисткой? Надо надеяться на лучшее, и все будет хорошо. Смотрите, вчера вышел новый месяц. Я загадал желание, глядя на него. Не знаю. Что-то гложет меня изнутри. Как будто я что-то теряю. Потеряв изношенное сердце, вы получите новое, здоровое. Нет, что-то другое. Я не могу вам объяснить. Я надеюсь, вы не полюбите другого, сказав, что у вас теперь другое сердце. Я ведь еще не сказала, что люблю вас. Все равно, рано или поздно скажете. Это сердцу решать. Счастливо вам. Kızım, cüde yaşakensiz. Hiç hem namik olmayın. İrtengi günge işanç bilen yaşayın. Вы такая молодая. Не будьте такой безнадежной. Хадага шкур. Живите с верой в завтрашний день. Халиям хаяттан умидим, узганым йок. Слава Богу. Мне хоть и 76, я до сих пор не теряю надежды на жизнь. Калинча отказдым. Лекин сізге охшап. И чего только я не видела в жизни. Сколько операций перенесла. Но никогда, как вы, не теряла надежды. Я душой чувствую. Вот увидите. Все еще будет хорошо. Как будто ничего и не было. И свадьба будет. И будет у вас куча детей. Только надо думать о хорошем, о красивом. Ну-ка. Ваши руки. Помолимся. Пусть он дарует вам светлый путь. Пусть руки врачей будут легкими, чтобы они могли гордиться собой,
чтобы вы выбежали отсюда в припрыжку к своим родным и близким. Доченька, многое в молитве заключено. Даже если голова наша не может коснуться молитвенного коврика, мы молимся лежа. Молимся, чтобы край наш был мирным, чтобы дети наши были счастливыми. Живем и надеемся, чтобы увидеть их счастье. Бунча тез юрмаса булар. Кызым юзларыге тойып тикел ордай. Почему они так быстро идут? Не дают наглядеться на мою доченьку. Эй, Худа. Худу на охраге марта курят гендикма. Узи ясра Аллах. Господи. Будто вижу ее в последний раз. Сохрани ее, Аллах. Пусть выйдет здоровой. Если тебе нужна душа, я отдам свою. Азиза, hozir senga ukol qilishadi. Ichingda yuzgacha sana. O'zingga aziza. Yangi yuray. Сейчас тебе сделают укол. Считай про себя до 100. Когда придешь в себя, ты будешь абсолютно здорова и с новым сердцем. Да. И мы с твоим папой будем сидеть и ждать тебя рядом. Хорошо, доченька? Хорошо. Ладно. Один. Два. Три. Операция Мофа. Операция прошла успешно. Пульс упал. Давление на нуле. Сердце пациента не реагирует. Открой глаза, ты сильная. Не уходи. Не уходи. Что я скажу твоему отцу? Сделаем инъекцию адреналина. Результата нет. Sizlarga yomonlik tilamagandim. Uydan haydab solgan bo'lsam ham, ortingdan duo qilib qolgandim. Hech bir ota-ona o'z farzandiga yomonlik tilamaydi bolam. Aksincha, zarur bo'lsa, jonini. Мы сделали все, что было в наших руках. Организм не принял донорское сердце. Что? Как такое может быть?
Ты же сказал, что все проверил. Мен сизлерге ямонлик тиледим. Ты же сказал до операции, что все подходит. Ты говорил, что дочка встанет на ноги. Где? Где моя дочь? Где моя дочь? Верни мне мою дочь. Это судьба. Верни мою дочь. Бахтиораке. Бедная так замучилась. Это судьба. Теперь нужно твое согласие для отключения аппарата искусственного кровообращения. Она еще жива? Физически да, но сердце ее не работает. В таком состоянии мы ее будем только мучить. Я должен ее увидеть. Возьми себя в руки, друг, это бесполезно. Отпусти мои руки. Стой. Я любимая и единственная доченька своего отца, которая не смогла сделать его счастливым в памяти своей матери. Зачем я пришла в этот мир? В чем было мое предназначение? Чтобы почувствовать горечь потери своей матери? Или, повзрослев, заставить отца проливать слезы из-за моей утраты? Придя в этот мир, я узнала радость детства, но сама не смогла стать матерью. Не смогла взять подарок у дедушки, показав ему новорожденного внука, пахнущего раем. И теперь мой отец, вместо того, чтобы танцевать на моей свадьбе, будет проливать слезы на моих похоронах. И вместо того, чтобы нести подарки с рынка, будет нести гроб на плечах. Простите меня, папочка. Неужели одна и та же беда может свалиться на человека дважды? 20 лет назад моя любимая, а теперь единственная дочь. Что она видела в этом мире, бедненькая? Как ты, уходя рано, поздно возвращался? Если бы ты знал, ты бы шагу от нее не ступил. Господи, было бы так, чтобы я отдал душу, а моя родненька открыла глаза. Я согласен. Боже, я согласен. Забери мою душу. Я согласен. Хаким, возьми мое сердце. Поставь ей мое сердце. Сохраним ей жизнь. Бахтиор, хватит. Возьми себя в руки. Хватит. Прекращай. Все равно бесполезно. Ты пойми меня правильно. Пойми. Это невозможно. Ни у кого нет права убить живого и забрать его сердце. Закон против этого. Ты меня называешь живым? Это я жив. Я теперь живой труп. У меня есть тело, но нет души. Я хуже мертвого. Возьми мое сердце, Хаким. Успокойся. Садись. Возьми мое сердце. Садись. Выпей воды. Бахтиор. Бичоран, ты на мелик.
Не будем мучить бедняжку. Розали хат Йозебер. Мен... Напиши согласие. Мен хозер келеман. Я сейчас приду. Бог свидетель. Я не желал вам плохого. Даже если я выгнал вас из дома, я молился за вас. Ни один родитель не пожелает плохого своему ребенку, сынок. Более того, если потребуется, отдаст свою душу. Я, Садыков Бахтияр, в случае внезапного происшествия согласен на пересадку своего сердца своей дочери, Садыковой Азизе. Согласие написал собственноручно. Создатель. Неужели моя дочь должна умереть молодой? Кому я теперь нужен? Или нет? Нет. Самоубийство – большой грех. Но если я не сделаю так... Мой ребенок погибнет. Господи, укажи мне путь. Дай мне принять правильное решение. Не дай согрешить. Сохрани душу моей дочери. Мен сізлерге ёмонлик тилемагандим. Уйдан хайдап солган бўлсам ҳам, ортингдан дуо қилиб қолгандим. Ҳеч бир ота-она ўз фарзандига ёмонлик тилемайди бўлам. Аксинча, зарур бўлса, жонини сердце его дочери. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, бабушка. Здравствуй, моя сладкая. Наше золото. Как ты? Вы откуда приехали? Мы с мамой ездили к доктору. Мама так плакала. Почему? Кто обидел вашу маму? Вы мне только скажите, я ему уши отрежу. Дядя доктор сказал, что она больна. Что? Поэтому она плакала. Дедушка, я же не больная? Нет, сладкая моя. Ты совсем не больная. С чего тебе болеть? Ты не болеешь. Мамочка, как ты, доченька, все в порядке? Что случилось, доченька? Мамочка.
Доктора сказали, что у Зилолы больное сердце. Папочка, успокойся, дочка, успокойся. Папочка, что же мне теперь делать? Успокойся, доченька. Папочка, что же за судьба у нас такая? Тохта, кызым. Стой, доченька. Сіз бұйырдан мақылыпсыз. Сені қайтарғаны келдім. Папа. Сен менге керексен. Что вы здесь делаете? Өз еске тексіз. Пришел вернуть тебя. Сен бұйырда қолып. Ты мне нужна. Абнатыны давам еттіршін керек. Но вы... уходите. Ты должна остаться и продолжить мой род. Если некому зажечь свет, поминая меня, зачем я тогда жил? Если вас не будет, на кого я смогу опереться? На моих внуков. Прошли годы. Нигара, рахм бувен тулган кулари барамизми? А? А? Кана буропи. Слушай меня. Мы пойдем на день рождения к бабушке Рахиме. Ну-ка, дай поцелую.